Каждый год перед профессиональным праздником специалисты архивного дела проводят чтение. Как правило, они посвящены самым интересным событиям в истории республики. Эта встреча посвящена 110-летию со дня рождения организатора архивного дела в Чувашии Павла Ермолаева. Именно он начал по собственной инициативе собирать документы, связанные с историей Чувашского края. От прошлого к настоящему в рамках архивных чтений состоялась презентация книги о воинах-интернационалистах, уроженцах Яльчикского района Чувашии. В числе участников конференции – работники архивов, музеев, библиотек, краеведы, преподаватели и студенты. Без истории нет народа. История – это наше прошлое, это наше настоящее, но это наше будущее. Поэтому знание истории не только своего народа, но и вообще традиций, духовности и всего остального. И при поднесении этого молодежи это основная задача, наверное, учреждения культуры. Потому что современное общество требует пристального внимания к воспитанию подрастающего поколения.